Вы никогда не видели так близко птенчиков? Никогда. Никогда. Ну вот теперь вы их видите, вот они сидят. Я вплотную. Мы пошли малину собирать, вот они сидят. Ну, желторотый, рты раздевает. Давайте закроем, а то им жарко будет. Смородиновый куст. Сюда, не это запомните, клен рядом стоит. К нему не подходить. Да. Она улетела, даже не кричит. Вот. Это вот у Иосифа рядом тут. Его домик бывший. Это у меня Ваня. Это Коля. Ты никогда таких не видал? Никогда. Маленькие желторотики. Коля, это мое колено. Тут ходишь, на каждом кусту что-то найдешь. А ты, Нестор, видел такие? Видел. Видел, я вам показывал раньше еще. Да. Ну ладно.